Одна из самых молодых структур Крыма, Общественная палата, отмечает вторую годовщину начала работы. Она обеспечивает взаимодействие общества с органами власти, учитывает их потребности и интересы. В честь праздничной даты открылась фотовыставка самых ярких моментов деятельности общественников. На выставке собраны фотографии, отражающие самые разные сферы деятельности Общественной палаты Крыма. Здесь заседания комиссий, рабочие выезды на места, приемы граждан и благотворительные акции. Со дня основания структуры было подписано 18 соглашений о сотрудничестве, как с государственными ведомствами, так и с некоммерческими организациями. К примеру, эта фотография сделана в апреле, в день подписания документа с крымским филиалом Российского государственного университета правосудия. Дали мы возможность таким образом нашим студентам и молодым преподавателям, ученым молодым, вливаться в гражданское общество не в теории, а реально в практике. Главная задача – контролировать, соблюдаются ли интересы и права простых граждан во время разработки законов. В России Общественная палата появилась в 2005 году по указу Владимира Путина. В своем выступлении наш президент Владимир Владимирович Путин сказал о том, что нулевое чтение законов, которыми занимаются Общественные палаты, это очень важная работа. Мы получили подтверждение того, что занимаемся, видимо, правильным делом. Общественники сыграли большую роль в принятии множества законопроектов. Важность структуры оценили и первые лица республики. Считаю, что Общественная палата как раз-таки может выявлять проблемы, которые касаются больших групп людей, искать варианты решений, сотрудничать с органами государственной власти. Ну, на самом деле, то есть мы действительно сегодня являемся одной командой, та, которая работает на благо Крыма. Самое главное, что люди не выходят на улицы, не протестуют. Вот для этого это и нужно. Пока это все решается в зданиях, в этом общество ведет себя нормально, люди уверены в своем будущем и так далее. То, что было на Украине, мы с вами хорошо помним, когда общество выходит из-под контроля и вверх берут те или иные экстремистские лидеры. Конечно же, остается и масса актуальных проблем. Над их решением члены Общественной палаты работают ежедневно. Анжелика Завгородняя, Сетмимет Кукчиев, Время новостей.